Сегодня в Турции стартовали поистине исторические президентские и парламентские выборы. Исторические они потому, что до этого в течение 20 лет у власти находился Реджеп Тайип Эрдоган. 11 лет он был премьер-министром страны, остальное время возглавлял государство. При нем была сменена форма правления в Турции с парламентской на президентскую республику. Сегодня же его главным оппонентом стал оппозиционер, представитель оппозиционного альянса шести, оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу. Как и прогнозировали социологи, явка на участках высокая. Они говорили о том, что до 90% избирателей сегодня придут отдать свои голоса. О том, кто все-таки станет президентом, пока говорить сложно. Предварительные соцопросы показывают, что Кемаль Кылычдароглу опережает своего соперника Эрдогана. Однако, скорее всего, второму туру президентских выборов в Турции все-таки быть.